приветствую вас, дорогие гости нашего фестиваля. Очень здорово, что у нас так много. Как мудрость – это познание своего ближнего человека, своего окружения. Прозрение – это познание себя, сказал Лао Цзу. Как говорит наш учитель, первая цель человека – это на этой земле – это расширение и развитие своего сознания. Надеюсь, с этим все согласны. Важно понимать, что каждый человек живет в двух энергиях – в положительной, то есть в позитиве, и в отрицательной, в негативе. И то, как реализуется человек, зависит напрямую от того, в каком он состоянии находится. В положительном качестве девятки очень активные, динамичные, спортивные люди, любящие активный отдых, экстремальные виды спорта. Они подобны, знаете, автомобилю без водителя. Если у девяток есть идея, то машина едет. Если нет идеи, машина стоит. То есть, если есть идея, они готовы сворачивать горы. В минусе это люди, которые могут взяться за несколько дел и ни одно не довести до конца. Знакомы девятки? Ну, надеюсь, девятки сейчас услышат о себе. В минусе у них ярость, паранойя, наивность. Девятки очень, как я сказала, повторюсь, не доводят ни одно дело до конца. Так же, как и шестерки, очень эмоциональные люди. Из-за своей эмоциональности очень часто из-за этого могут быть негативные последствия. Поэтому рекомендация для девяток – уйти от своего, от своей эмоциональности и следовать к рациональности, то есть уходить от своей эмоции. Девиз девяток – это «пришел, увидел, победил». Рекомендация также от девяткам – уйти от своей эмоциональности и направить в мирное русло, то есть в ходьбу или в спорт. Благодарю вас!